Самое главное, не дают возможности, как говорится, голову поднять защитникам авангарда. Очень активно атакуют. Но вот здесь Коди Франсон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Красота! Мог сам бросать Коди Франсон. Отдал передачу шикарную на Сергея Шумакова. И тот под перекладину отыгран был Галкин. Никаких вопросов к вратарю совершенно. Просто раскатали. Хозяева и Сергей Шумаков 2-2.